На дорогах нашего региона по-прежнему происходят дорожно-транспортные происшествия из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. Так, за текущий период 2019 года в Славянском районе зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек получили травмы. Из них 4 дорожно-транспортных происшествия произошли с участием пешеходов. В одном ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир. Одна авария произошла по вине водителя мототранспорта. В целях стабилизации обстановки на дорогах нашего района Славянская госавтоинспекция с 21 января проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Декада безопасности». Сотрудники полиции нацелены на выявление грубых нарушений правил дорожного движения, таких как выезд на полосу встречного движения, нарушение очередности проезда перекрестков, непредоставление преимущества в движении пешеходам, а также нарушение правил дорожного движения самими пешеходами, в том числе несовершеннолетними. Профилактическое мероприятие продлится до 30 января.